Всем привет! Сегодня я покажу, как включить функцию спонсорства на вашем канале. Благодаря функции спонсорства, зрители могут поддержать вас и получать различные бонусы, например, эксклюзивные значки и доступ к авторским эмоциям. Включить спонсорство можно только на каналах, которые соответствуют минимальным требованиям. Но соответствие требованиям не гарантирует, что функция будет доступна на канале. Вот список условий, которые позволяют активировать спонсорство. Больше 1000 подписчиков на вашем канале, вы участвуете в партнерской программе YouTube, вам уже исполнилось 18 лет. Эта возможность доступна в вашем регионе. На вашем канале есть вкладка «Сообщество». Ваш канал не отмечен как предназначенный для детей. Видео, для которых не поддерживается спонсорство, составляют незначительную часть контента на вашем канале. Спонсорство недоступно, если видео предназначено для детей или на него поступила заявка, связанная с музыкальным контентом. Вы соблюдаете условия и правила платформы, а также соглашение о коммерческом использовании контента. Если ваш канал входит в состав МКС, это требование также распространяется и на нее. Давайте же перейдем к настройке спонсорства на вашем канале. Для начала в творческой студии откроем вкладку «Монетизация», а затем перейдем в раздел «Спонсорство». Нажмем на кнопку «Включить спонсорство» и перейдем к первому шагу – настройка списка бонусов для спонсора. Здесь мы можем выбрать шаблоны, по которым будем проводить настройку. Можно выбрать один уровень, 3, 4 или сделать кастомную настройку, выбрав собственный шаблон. Итак, я уже настроил уровни спонсорства, выбрав шаблон на 3 уровня. Добавить бонусы можно после того, как вы выбрали название и сумму ежемесячной оплаты для спонсора. На экране вы можете увидеть, какие бонусы я предлагаю своим спонсорам. После настройки бонусов перейдем к следующему шагу и запросим проверку наших бонусов. Следующий пункт, который нам нужно настроить, если вы не сделали этого раньше – стандартные бонусы. А именно, значок, который будет появляться рядом с именем пользователя в комментариях под вашими роликами, эксклюзивные эмодзи, доступные только спонсорам, и функции, такие как благодарность и спонсорские сообщения. Все мои настройки вы можете увидеть на экране. После того, как мы все настроили и благополучно прошли проверку, можем приступать к записи видеоанонса бонусов, которые мы предлагаем нашим спонсорам. После того, как мы прошли все эти шаги, создаем запись в сообществе с доступом только для спонсоров, и функция спонсорства на нашем канале успешно настроена. Нажимаем кнопку «Включить» и все. Если вам было интересно и полезно посмотреть данный видеоролик, оцените его лайком. Кто хочет поддержать канал материально, буду очень благодарен за спонсорство моего канала. Всем удачи и мирного неба над головой.